На площадке клуба «Доступный спорт» в деревне Ликино прошел окружной турнир по боксу среди юношей и девушек школьного возраста. Выступили 30 пар спортсменов. Участники турнира бились как тигры, поделился руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев. Он подчеркнул, что партия поддерживает такие инициативы, как турниры, соревнования и первенства в рамках проекта «Детский спорт».